Hello, friend. Мне кажется, ты шутишь. Кажется, ты надо мной подшучиваешь и думаешь, что я это все буду воспринимать за чистую монету. А нет. Мелко, мне метро 74. Ну ладно. Собственно, Алексей, я и не спрашивала, какой у тебя рост. Ну, если тебе так хочется, похвастаться, пожалуйста. Червей боятся в море не ходить. Скорее, рыбу не есть свежую. Вот, так будет вернее. Свежую, сырую. Ну, я бы не рискнула. Все-таки она должна быть перемороженная. Определенное количество дней. Как я много знала. Так, куда бы мне все это положить? Все эти мочки. Забавно цепиться в эти... Ой. Ну, это мне новичка. Быстрее. Мои черви меня защищают. Ты червивый? Гаденыш. От чего они тебя защищают? От лишнего веса? Я червивый, натуральный, без ГМО. Лучше уж ГМО, чем так. А ты видишь, тут в экране все ходят трансляцию? Я просто не вижу никого такого в угле, надо ждать, смотреть. Ну, я только вижу вот 3 человека, и все, остальные это нужно нажимать на количество людей и смотреть, сколько. Что пишут тут? Привет, привет. Низкокалорийный, обезжиренный. А может, у тебя какой-нибудь бычий цепень уже завелся там? Завидую твоему терпению. Да. Сама себе завидую иногда. Вы меня помните? Конечно, я тебя помню. Думала, я тебя забыла. Все во мне, болочи мои черви. Ты какой-то опасный. Типа не понимаешь, меня сейчас вали забанила. Не знаю. Я баню только в том случае, если люди грубияны, если они не могут нормально разговаривать. АК-47, спасибо. В Африку поехала, Бога убил голыми руками. Да это же невозможно. Вы знаете, я сегодня вспомнила вас, давно не видел ваш эфир. Я тебя тоже уже давно не видела здесь. Но последний раз я, по-моему, вчера заходила. А до этого 3 дня меня здесь не было. В общем, я сейчас крайне редко сюда захожу. Мне не особо так нравится. У меня 18:30.
Да, полседьмого. А я только проснулся 10:30. А еще у нас ураган, ливень. Надо сейчас идти. Ну, не сейчас, через 30 минут пойду. Шея тонкая и длинная. Как лебедь. Да, кстати, вот мне это... Когда балетом занималась, мне всегда говорили про мою шею. Надо было на час раньше зайти, шутка про полшестого веселее была. Надо было. Попрыгаю, трамбую. Ой, нет, тогда мне точно станет плохо. Так же, как тебе, если я сейчас попрыгаю. Поэтому лучше не прыгать. Надо посидеть. Чуть-чуть. Ну, как раз, ну да, как раз про балет вспомнил. Ну, вот я 8 лет занималась балетом. 8 лет, пока не выпустилась, у нас был выпуск. Было как-то грустно на самом деле. Вот вроде бы я все эти 8 лет ждала, но когда же мы уже выпустимся? Потому что это капец какой адский труд. Это было сложно, тяжело, сколько слез было пролито. А когда ты выпускаешься, как-то грустно становится. А потом тебе становится этого не хват... ну, тебе этого не хватает. Не хочется вернуться. Мне даже сны снились, как я возвращалась. Да я шучу же. Да я знаю, что ты шутишь. Приветик. Нет, у нас вообще фактически не бывает. На моей памяти только 2 раза я это ощущала. И то, ну, такие легкие толчки. Именно в Южно-Сахалинске. Всегда грустно уходить. Да, не говори. Что в итоге с балетом? Ну, в итоге я выпустилась, все, и на этом все закончилось. То есть, если бы я планировала развиваться дальше в этом направлении, мне нужно было лететь, поступать в Питер, либо в Москву, и уже связывать свою жизнь с балетом, но я себя в этом не видела. Ну, и бабушка не хотела меня отпускать. Я с бабушкой жила, бабушкой и с дедушкой. Всем хрящам хана. Нет, кстати. Но. Помню, последний год уже у меня появились проблемы с позвоночником. Я не могла... А, вот почему, собственно, я же это и не стала дальше учиться. Точно вспомнила. Потому что на тот период у меня начались проблемы с позвоночником. Я не могла выполнять элементы прыжков. Я не могла прыгать. Мне было адски больно. Эти навыки нет, не применяю. Они неприменимы. Единственное то, что все, что мне это дало, это то, что мне нравится заниматься спортом, наверное. Ну, то есть я не вижу себя без активности. Мне необходима активность ежедневно. Элементы прыжков и сальто, и трановая скель. Но это уже не к нам. Это не у нас. Из-за занятий повредила. Думаю, да. Потому что у каких-то девчонок проблемы были с суставами, с коленями, кстати, у многих. Вот. Ну, у меня со спиной. То есть 8 лет в никуда, что ли? Ну почему в никуда? Это дисциплина, это во-первых. Во-вторых, это ну, физическое развитие все равно. Это важно для ребенка. Активность должна быть в любом случае. А потом, что еще? Что еще? Ну, это любовь к танцам. Потому что я люблю заниматься танцами. И я периодически хожу на секции разные по хореографии. Это пластика.
Что еще? Что еще? Ну, в общем, я не вижу в этом никаких минусов. Фигура, осанка. Вот. Единственное, то, что из-за работы у меня уже тут чуть-чуть появляется, но в целом осанка ровная. Про перспективы, ну не всегда же, видишь, как сказать-то, меня туда изначально отдавали не для того, чтобы я стала какой-то.